Сәлем, дуслар! Біз бүгін Ознакай шәһәрендә. Һәм беренче тукталышыбыз балалар ижаты үзәгендә булыр. Мында 8-9 яшлык балалар дөрес булса үзләре робот ясыйлар икән. Максатым әнә шуны бүлем һәм без тапшыруыбызны башлыйбыз. Исәннәрмесез, Рашаня Минахметовна, ничек хәлләрегез? Сәмсез, рәхим итегез. Сізіні өзіміздің балалар жетіп өзегі білен таныштырабыз. Рахатләніп, рахатләніп, қазір біргәліп қорап кетербіз. Айт есімлі робот бізді қаршы алды, көрдігіз мә? Мені бізінің тапшыру түркімін қол шабып қаршы алды, башын иді. Зұр рахмет бұлай қаршылағанлары юғы иді әлі бізді. Біз қазір әйе, бізіні саправаждат етті әруші еткенде әйінде мен әжуші айып, қазір біз оның ортынан барашақ біз. Рахим етігіз шүші робот ортынан. Робот үшін пандус ясарға керек балаларға. Әйде балам, ай. Исәннәр мүсіз? Исәннәр мүсіз? Қорақсары бізіні нүхәтлі егіт қаршы ала бізінің тапшыры түркімін мұнды егітлерінің әлі бізінің тапшырыда болғаны еу қайды. Неші қалләрігіз? Егіт! Сіз бүтінігіз дәйінді робот деп қиысленген, қиялланған егітлер? Егіт! Тотар шаңлайлар, бұ ең сүйіндіргенім. Нәрседен башлайбыз? Қойсығызның іші білен танышыдан башлар біз мекен. Мұнда роботның есебі, хисабы йоқ. Үмбірінші үлні Ознақай шәһәріндегі балалар ижат бірләшмәсіне қойтты грант бойынша робот комплектлары. И шул үлні меніңа бұл жетекінде, түгәректе жетеклерге дейділер, әйе. Мен Қазанға барып қайтып, оқып қайттым да, әкірінгін әшілей башладым. Бүгін қазір түгәректе неше бала ересізінің робототехника білен шығылыны? Бүгінгі күнге 69 бала бұл түгәректе әшілейлер, ясыйлар, шұғылләнәләр. Рамазан, сөйлеп кетелі, мені роботны ясы башлар үшін әнің нәрседен башларға керек? Еңілік нәрсе шесіз сіз? Сначала надо будет подготовить детали. Мені алар сізіне? Айе. Ондан сын? Потом мы дальше крутим и собираем детали. И когда мы все детали соберем, получится у нас один робот. Я сделал 6 роботов. Туғыз ешлік, Рамазан, туғыз еш бітен? Инде 6 робот жиған жамағат. Мен 65 яш, мен әлі роботның нәрсе екенінде білім көрген де йоқ. Мен әшінде балалар өсіп келе. Олар бізіні тәрбиелі, бізден оқылырақ. Молодец. Мен ясыйым робот танкобот. Он собирается примерно за минут 30. Он на гусеничной основе. Әне қазір мұнда біздің балалар сіздің көз алдығызды конструктордан роботны жиящақлар. Неше минут вақыт ішінде? 5-6 минут. 5-6 минут ішінде роботны жиябыз дейлер. Башладық! Данат білен Даниел, 9 яшілік олар, не бар, 2-ші сыныфтағына оқиылар, мен әшіндей роботны жидылар 5 минут ішінде. Шанмаған едік, қазір енді шанабыз. Біз көрдік шынды. Все, мы загрузили программу, и сейчас посмотрим, как она проедет по черной вине. Киттік, әйдегіз, қазір роботны текшіріп қарибыз. Робот өзі шушы датчиклар білен қора линияны көре екен, қам оңға да, суға да кетмей екен. Міне мұнды датчикларыны қой бір иратларының бошларына да қойарға еді. Туры үлдаңына қойтсыннар, барсыннар, налево, направо, ярамы. Шәп бит!
9 яшлык Айбулат безнең 3-нче сыныфта укый, һәм 8-нче класс физика, тагын инде химия учебникларыннан, китапларыннан шушы фәннәрне үзләштерә икән. Айбулат, сиңа кызык менә 8-нче класс укучысының нәрсә укып ятканы? Әйе. Кемнәрне беләсең инде физикадан? Инде галимнәрне, ачышларны? Я читал про... Там был Илон Маск, Никола Тесла и... Мене шулай тешләре. Йорты фамилияны белмим. Айбулат, син кашан укыйсың соң ул менә 8-нче класс физика дәреслекләрен? Кашан укыйсың син аны? Өендә менә? Где-то с окончания первого класса на летних каникулах начал. Ребята, а давайте устроим своего робота. А давай. Кто хочет участвовать? Есть желающие? Я. О, давайте. Я тоже участвую. Мой робот называется робосилач. Он сделан из конструктора EV3. Он будет работать автономно, то есть без моего управления. Менә шулай, хәзер монда ярыш булачак роботлар. Синең роботың кем дип атала? А мой робот алкач из набора VEX. Он также автономный, то есть заранее запрограммированный. Цель наших роботов в том, чтобы вытолкнуть соперника из-за черного круга как можно быстрее. Итак, роботы готовы? Да. Ну что же, тогда начинаем. Начался поединок. Давай, толкать, летать, вверх. Давай. Да. Быстро. Давай. Робот Векс. Меня бы кора линиядан койсы машина бірінші этіп шығара. Өзінің күндәшін шул жиңуші болам. Хазір тоған икінші этапны башлаймыз. Қарап қарик койсыларының роботлары күшлерек мекен. Башладық. Векс, готим и витри. Начинаем. Қызық болды, тағын көресі келе. Мындай күреш көрген жоқ еді әлі біздің. Айк сәлем. Менің есімім Филузе, танышуыма бик шатмын. Это робот-пила, он собран из наборов NXT, он специально заранее запрограммирован, так что, когда ты запускаешь программу и нажимаешь на эту кнопку, начинают крутиться лопасти, и получается, он режет. Получается, он этот робот может прорезать, например, там, бумагу. Вот, разрезал. Қоя келіп, прям ешлігім ескерішті болаша, біздің болашақты әлбәтті мұнда ебірләрі оғайым. Мен әзір өзім роботлар білен идарә етіп қарай ешақмын. У нас уже были базовые образовательные наборы, которые педагоги с ребятами вместе как бы при помощи грантовой поддержки Татнефти получили. Но вот буквально недавно мы получили уже современные новые наборы конструкторов VEX. Правильно, Денис Рашидович? Да. Уже современные, о которых ребята и педагоги в первую очередь мечтали. Благодаря, конечно же, нашим дорогим нефтяникам на сумму более 2 миллионов рублей. Очень довольны. Зур ярдан болған. Нахзор ярдан болды, барбызда биг шот. Ребята создают совершенно разных роботов на наших занятиях. И они работают над созданием проектов с простыми и сложными механизмами. Мында һәрбер бала турында айрым сөйләп булмый да, аларның эшләгән эшләре, шундый уңышлары бер сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Без бу балалар иҗаты үзәгенә тагын киләчәк без әле. Зур уңышлар насип булсын аларга. Бүген без элек күрмәгәннәрне күреп, белеп кайтып китәчәкбез. Я знаю, нас ждет прекрасное будущее, потому что будущее в наших руках. Сау булыгыз! Ознакайлар бөтен әйберне уйлаганнар, хәтта ничек итеп сау булашачагыбызны да.